Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серверми ролеплей 4 серии. Мы здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить паник при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите МН. Потом убирайте 10 пункт промокод и пишите вот такой промокод КГейм. Только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч. А потом вводите мой промокод. Ну что ж, пацаны, пару дней, может быть, даже недели не было серии по Радмиру. Это из-за того, что какая-то депрессия, может быть, была, не знаю. Либо еще что-то. Ну, я еще ездил в Киев, у меня не было 2 дня. Потом я еще отдыхал после Киева. Ну, короче, вы поняли. Я думаю, кто подписан на мою группу, тот все знает. И кто смотрит видосы, тот тоже все знает, в принципе. Итак, пацаны, я знаю, что залили уже новую карту на 1-й и 5-й сервак. Но на 2-й, 3-й и 4-й не залили. А я играю именно на 4-м. И, к сожалению, пока что сюда не залили эту новую карту, но я сам уже очень хочу поиграть, и, пацаны, как только будет новая карта, видосы просто будут выходить почти, наверное, каждый день. Ну, буду я радовать вас видосами, и буду смотреть новую карту вместе с вами, новые там функции какие-то, может, будем устраивать какие-то РПшки, пацаны, на горах этих. Вот самое интересное для меня, это горы, они такие классные просто, пацаны. Это будет очень круто, еще снег, если будет лед там и так далее, то это будет вообще просто охуенно. Просто я даже не заходил ни на 1-й сервак, ни на 5-й и там посмотреть эту новую карту. Я лучше подожду, пока на 4-й добавлю, чтобы на своем родном, так сказать, серваке уже поиграть и посмотреть, что и как. Так, давайте устроимся сегодня дальнобойщиком, пацаны, поработаем. Используйте GPS, чтобы найти стоянку, транспорт для разбойщиков. Ну, как бы здесь дальнобойщики, это как разбойщики, знаете, продуктов там и так далее реализовано. Но все равно, я думаю, сейчас утро, и я думаю, работа для нас найдется. Хоть какая-то, но должна найтись. В принципе, я уже набрался, пацаны, сил, я отдохнул, так сказать, в Киеве. Ну, как отдохнул, блин, не так уж я и отдохнул, но все равно набрался сил, пацаны. Буду для вас видосики пилить просто. Поэтому ставьте там лайки и подписывайтесь на канал. Давайте до Нового года добьем уже эти несчастные 14 тысяч подписчиков. Итак, я, короче, уже устроился этим дальнобойщиком. Ну, доставщик продуктов. Все-таки мы на фуре работаем, поэтому можно сказать, что и дальнобойщик. Все, поехали, пацаны. Так, а где эти заказы брать? Я вот не понимаю. А, вот, короче, бизлист надо писать. Я что-то протупил. Бизнес. Этот заказ уже принял другой разбойщик. Это, конечно, плохо. Ну, давайте, я думаю, сначала, наверное, поедем за продуктами, а потом уже будем, наверное, искать другие бизнесы. Либо еще что-то. Я просто хз, что делать, потому что тут не так уж много заказов, поэтому мало кто здесь работает. Ну, я так замечал, что здесь мало кто работает на этих дальнобойщиках. Хотя, ну, сама работа прикольная, по сути, но просто мало работы. Как бы, если бы это были как нормальные дальнобойщики, типа, надо было грузы возить, было бы интересно, потому что всегда была бы работа. А так тебе нужно ждать, пока появится работа какая-то, чтобы что-то отвезти. Так, я, короче, решил сначала купить продукты, а потом уже ждать заказов, потому что если даже заказ будет, ну, я его приму, и все равно придется ехать за продуктами. А так я сразу сейчас продукты куплю, и можно будет спокойно ждать какого-то заказа, чтобы отвезти продукты. О, бля, первый раз вижу дождь. Наконец-то, блин, дождь КРМП сделали. А то постановить, знаете, типа, дождя нету там, еще чего-то, тумана там, например. Так, в заводе мы не будем читать. Кстати, а что здесь за работа? Видите, здесь тоже, типа, я такого еще не видел. А можно, типа, на КамАЗе тоже работать, типа, бензин возить или что. Надо бы, кстати, поработать, пацаны, я вот здесь не работал. Напишите, можно на этих КамАЗах ездить или нет. Либо на ЗИЛКах я бы тоже поездил. Мы полностью загрузились, и поэтому можем, я думаю, спокойно ехать. В принципе, 10 тысяч продуктов загрузили. Я думал, за них еще платить надо будет. Это хорошо, что за них не нужно платить, потому что денег не особо так и много. Было бы, знаете, прикольно на новой карте уже по горам на фуре поездить. Было бы, мне кажется, так атмосферненько, если бы еще снег там был, там лед и так далее. Вот это было бы реально очень круто, я считаю. Поэтому ждем, пацаны, реально ждем. Я тоже жду, пока уже на 4-й зальют. Но я думаю, на этой неделе точно зальют. Я не знаю, почему они решили залить только на 1-й и 5-й сервак. Ну, 1-й, потому что, наверное, он 1-й, а 5-й, не знаю почему. Может, из-за того, что там онлайн поменьше. Ну, хотя, вроде бы, онлайн везде одинаковый, по сути. Сейчас, кстати, у нас времени получается почти 10 часов по УКР и 11 часов по МСК. Но онлайн, как бы, почти 150. Ну, как-то маловато. Ну, я понимаю, что все в школе, но все же, вроде бы, как онлайн было раньше побольше. Не знаю, может, если долго не буду заливать на 4-й, то, может, я тоже зайду там на 1-й, на 5-й и тоже посмотрю для вас карту. Если вы хотите этого, то пишите в комментариях и ставьте лайк обязательно. Так, давайте еще раз попробуем написать вот этот биз. Ну, видите, этот заказ уже принял другой разводчик. Вот и минус этой работы из-за того, что работы нету.
как бы мало кто здесь работает. Если здесь будет 5 даже развозчиков, то только один из них сможет поработать, потому что заказа практически нету. Как бы, если бы это зависело не от игрока, потому что, я так понял, это типа игрок заказывает продукты, и ты типа должен ему привезти их. Если было, чтобы если в бизнесе продуктов мало, то система сама давала туда завести продукты, было бы так получше. Поэтому не знаю, что делать, пацаны. На фуре тоже прикольно, в принципе, ездить, знаете, так. Не, ну прикольно, вот здесь фура мне очень, кстати, нравится, это прицеп такой прикольный. Сама фура, кстати, нормальная. Я могу с ней вообще выходить или нет? Я вот этого не знаю. 15 секунд. Вот, блин, вот это то, что дается типа 15 секунд, на самом деле очень бесит. Так, нас дедуля просит там 1к. Да садись бесплатно. Садись уже быстрее, дедулька. Так, поехали вот тогда в казино отвезем. Че, пацаны? Из дальнобойщика мы превратились в таксиста. Ну, такое себе, конечно. Спасибо. Да нет за что. Да, видите, пацаны, работы нету. Вот ж минус. В принципе, ездить прикольно даже по городу, знаете, просто кататься. Если бы я еще за это деньги получал, было бы еще лучше. Потому что я хотел еще и заработать, не только на фуре покататься. Как бы, я думаю, вы это прекрасно понимаете. Но, увы, почему-то заказов нету. Как бы, этот заказ один есть, но принять я его вообще не могу. Напишите, пожалуйста, в комментариях, когда лучше всего работать на дальнобойщиках, чтобы были заказы. Как бы, чтобы была работа. Потому что кататься туда-сюда, такое себе занятие, я думаю. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, вот так я поработал, к сожалению, я ничего не заработал, но зато покатались на фуре, пообщались с вами. Будем ждать уже новую карту, и там уже будет выходить пацан-топовый видос, поэтому ставьте лайк, не забывайте подписываться на канал, вводите мой промокод, вводите мой ник, играйте вместе со мной на 4-м сервере Радмира. Всем пока-пока.